Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить что? Ага, вор, как вы уже и догадались, золотое издание. Вот, итак, мы с вами нашли в прошлой серии талисман воды. Вот, нам осталось 2000 монет набрать. Ну, я, собственно, думаю, что взяв флейту, мы с вами доберем до 200 тысяч, короче. Но если нет, то у нас есть еще и третий этаж, еще не осмотренный, еще там не были. Ну, в принципе, мы сейчас на третьем этаже, да, получается, но мы только в тайной комнате, где был талисман воды. Вот. В первую очередь, ну, у нас еще, по-моему, второй этаж там не до конца исследован. Вот. Я отсюда, короче, вот в первую очередь я сваливаю, потому что на третий этаж мы пойдем по другому пути. Как положено, по лестнице, где мы убивали, короче, помните, да, усыпляли этих охранников газовой стрелой на лестнице. Скорее всего, там пойдем. Ну, еще, по-моему, есть библиотеки. А, или это и есть библиотека? Нет, это не библиотека. Вот, в библиотеке еще есть проход. Вот, поэтому как-нибудь проберемся. Но в первую очередь... В первую очередь я хочу отправиться, короче, туда, к сейфу. Так, где он там был у нас? Вот, это лестница. Так, в этой двери мы, кстати, не были. Я, по-моему, пошел не туда. Так, здесь все закрыто, мы тут не были. Вот, это второй этаж, да, получается? Да, второй этаж. Вот, я хочу отправиться... Вот, здесь мы проходили. Отправиться за флейтой. За флейтой. Вот, ключ мы взяли с вами. И, собственно... А что я круг сделал? А что я сделал круг? Иди-ка. Вот, библиотека, короче, здесь еще вот тоже есть проход. Непонятно, куда он там ведет. Поэтому тоже пока это оставляем. Так, где у нас тут пароходик? По-моему, где-то здесь. Да. Здесь. Так, мы взяли ключ. Мы взяли ключ. Это будет дополнительным вознаграждением. Отлично. Нет, 2000 мы не набрали. 2000 мы не набрали, но у нас есть еще третий этаж. Ну, еще и второй там не до конца просмотрен, поэтому... Поэтому не паникуем. Не паникуем. Берем чай. Садимся, короче, конфетки, печеньки. И смотрим вот этот видос. Не забываем ставить лайкосики. Окей. Леха, там еще один. Ой, он сюда бежит. В смысле? А в смысле? Леха, я его сейчас опять убью. Как же так-то? Как же, мать его, так-то? Откуда он здесь взялся вообще? Леха, он еще такой приставучий. Фиг убежишь от него. А у меня есть, короче, зелье скорости. Ну-ка. Ускорился. Теперь врубаем вторую и уносимся за горизонт. Бежит. Ля бежит там такой. Так, а здесь мы были? Ой, ёпти мать, ни хрена себе там проходов еще, ходов-то. Ёпти мать. Я, короче, собрал тут кучу... Так, окей, что у меня еще есть? Я, по-моему, были газовые... Так, это маховая стрела. Тихо. Газовая, газовая стрела! Нет у меня газовых стрел, что ли? Почему? Я же брал. Огненная стрела. Водяная стрела. Бляха! Бляха! Бляха!
Че, реально, что ли, я газовые стрелы все просрал? Да что вы говорите? Вместе они меня схватят. Все, идите. Идите. Отседно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да блёха ты какой, а? Ты посмотри на него. Ты только посмотри на него. Ой, нахер. Нахер. Так, аккуратно. Тихо, аккуратно. По-моему, где-то там, нет? Вон там. Он там блуждает. Ладно, пускай блуждает. И я, короче, пошел по... Так, погоди, не сюда. Не сюда. Вон в ту сторону. Все отлично. Так, а здесь я что? Да ладно. Интересно, девки. Бля, что я что, какую-то дверь там пропустил? Я что, здесь был, что ли? А как? А в смысле? А где дверь, которой я не был? Вот когда вот, знаешь, в спешке бежишь, бляха. Нет никого. Когда в спешке бежишь, находишь там закрытые двери, всякую хрень, нифига не запоминаешь, потому что за тобой бегут, и тебе нужно... Смотреть по сторонам, чтобы это... Охренеть. Ходов. Вот здесь я не был. Тихо-тихо. Он сюда пойдет? О. Ладно, хрен с ним. Так, ладно. Что у нас? А, здесь у нас ничего. Тут что? Здесь у нас камин. На камине тоже ничего, пусто. Так, вот это я заберу сейчас все. А, давай, у меня есть водяные стрелы. Давай посмотрим, может там какой-нибудь рычажок или что-то там лежит. Мне туда все равно не пролезть, поэтому хрен с ним. Так, это обычная бутылка. Здесь вообще пусто. Что-то как-то хиленько, как-то хиленько все. Маловато, маловато будет. Но есть еще третий этаж, поэтому. Так. Там у нас свеча, можно ее потушить, в принципе. Оп, вот так. Там вон сколько свечей. А там внизу я был, нет? Так, собственно, здесь надо как-то их повырубать. Там столько свечей. А тратить все, короче, стрелы я не хочу. Давай-ка я еще одну свечу сейчас вот эту вот затушу, даст на какой-нибудь. Леха, он там по низу. А там внизу, кстати, тоже не был, походу. Выходи сюда! Где ты там? Леха, смотри, идет. Так, а куда он? Кто там шумит? Вор! Леха, ублюдок. Маховая стрела где?
там? Кто это? Все, так, минус один, хорошо. Минус один, сейчас его куда-нибудь здесь же темно. Хотя почему-то я здесь свечусь. Поэтому, я не знаю. Ладно, хрен с ним. Идем аккуратно. Идем аккуратно. Идем топаем, но идем аккуратно. Так. Вот так. Ага, можно вторую еще стрелу, эту свечу. Бля, где водяная стрела-то? Ла-ла-ла-ла-ла. Добивает мне это. Хрень у них. Там никого нет. Бляха, там... Кажется, я что-то видел. Что это было? Здесь никого нет. Стража! Как только я найду тебя, ты труп. Твою мать. Отлично. Ну, в принципе, нам осталось только выбраться, но давайте еще осмотрим третий этаж. Бляха, этот ублюдок сейчас пойдет сюда, вот стопудово. Такое ощущение, как будто сейчас еще один сюда придет. Так, маховая стрела. В смысле, что там такое? Нет, там ничего такого. Я ж в тени стою. Как он? Теперь ничего не вижу. Там охранник. Иди, я тебя слышу. Не волнуйся, я тебя найду. А это что, это весь третий этаж, что ли, или что? Я что-то не могу понять. Или я не на третьем? Я на втором еще этаже. Значит, я не на третьем. Значит, идем на третий. Да, собственно, все. Второй этаж закончен. Вот третий этаж. Так, вон тот чел. Кто-то вниз пошел. Не убил? Без сознания, хорошо. Для ходов-то. А что такая музыка-то напряженная заиграла-то, а? АП. Леха, я думал, что-нибудь спрятано. Ладно. Что за дверь? Закрыта. Так, ключи не подходят. Надо отмычки. Хорошо. Ага, понятно. Это библиотека. Вот куда выводит библиотека. Все ясно. Что здесь? А, это второй этот. Вторая сторона, короче. В принципе, здесь никого, по-моему, я так понял, нет, да? Я всех уже оглушил, хотя не факт. Я же на третьем этаже, третий.
Тихо. Бляха, сюда идет, да? Сюда повернет. Вот стопудово сюда повернет сейчас. Я ж сказал. Ну ладно. Так тоже сойдет. Так, ага. Там я уже повырубал всех. Да что-то такое чешется. Блёх, почему все так пусто-то? Почему здесь нет ничего такого интересного? Я думал, на третьем этаже как-то будет по это побольше всего. Здесь какая-то дичь. Еще охрана. Где, с какой стороны? Отлично. Отлично. Так. Зелье дыхания. Нет. Исцеляющее, да? Сюда сейчас повернет. Ну хотя бы пошевелись. Пошевелился. Пошевелился. Ты где? Вот ушел-то. А, вон. Выходи драться, труп, приятель. Бляха. Получи. Дай пройти. Я слышал это. Не дает он мне, короче, его вырубить. Где? Там что-то у него есть, висит на поясе. Ай, больно-то как? Это как? Где тень? Хорошо. Хорошо. Там лучник какой. А, лучник это вот этот был. Все понятно. Так. Исцеляющее зелье. Хорошо. Что-то мне подсказывает, знаешь, что это за место? Это где был талисман воды. Почему-то мне вот это так кажется. Точно. Точно. Ну так и что? И, в принципе, все. Задания у нас все есть, выполнены. А, вот здесь я пролазил тогда в самом начале, помните? Только я не стал сюда, сюда проходить, потому что это был третий этаж. Ну и как бы... Да как бы все. Пойдем по тайному ходу. Ходу или ходу. Вот. И выходить. Только как нам после того, как получится результат, пришел, покинь здание оперы и выбирайся на улицу города. Так. Выбраться на улице города можно, в принципе, как, так же, как мы сюда зашли. Если, да, так подумать логически. Помните, в канализации, перед тем, как я в этот ёперный театр, короче, зашел, там
Там был еще это... лестница... А вот здесь я еще не был. Там была лестница... А, это вот выход. Понятно. Выход. Скорее всего, да? Тихо, тихо, там... А, те двери... Те двери... Понятно. Эй, стой на месте. Пока я там что-то выбирал, короче, не выбирал. А, все, я понял, где я нахожусь. Понятно. В принципе, можно выбегать на улицу. Я предполагаю, что выход это вот это. Да, да. Ой, ёпти мать. Покинуть, да? Отлично. Но не так все. Все по-тихому или еще как-то, короче, прошли. Вот. Но все-таки прошли. Все-таки прошли. Давайте посмотрим статистику. Полтора часа, как обычно. 2270 из 2920 мы, короче, собрали. Что-то пропустили. Но я был уверен, что мы что-то пропустим, потому что как-то вот так вот. Так, а общищено карманов 5 из 13. Вскрыто 8 замков. Ударов со спины 0. Почему со спины 0? Я что, никого со спины не ударил? Я всех в лоб херачил. В прыжке даже один был, прикинь. Окей. Ага, убито. А кого я убивал еще? А, убил я, наверное, в самом начале там этих клешнеруких. Окей, друзья. Давайте на этом закончим. Следующую серию будем уже смотреть новую миссию. У нас, в принципе, остался... Что там? Один последний талисман, да, какой-то там, талисман как у кого там, ветра или кого, ну, короче, какой-то, да, ветра, по-моему, остался у нас талисман. Вот, потом, скорее всего, надо будет эти талисманы вставить в соборе, забрать глаз, и все. И все. Вот, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий, всем пока.